всем моим зрителям привет! Наконец-то Мила вернулась домой в Канны, и я теперь начинаю свою обычную жизнь. Дети, как всегда, кричат там. Вот, видите, здесь поставили вот такую вот фиговину непонятную. Теперь у нас некрасиво в саду. В общем, новостей реально очень много. Кажется, мы уезжаем из Канн, но я сделаю отдельный репортаж на эту тему, потому что я вообще как бы не готова сейчас снимать что-то на камеру, но, если честно, очень хочется, поэтому... Сынуль, сделай что-нибудь, чтобы она не плакала, пожалуйста. Невероятно. Я еще даже душ не принимала. Сейчас я отвезу Леночку в садик, выполню кое-какие планы, и тогда, может быть, еще выйду на связь и с вами поговорю. Или, скорее всего, я буду с камерой сегодня весь день снимать, куда я иду и с какой целью. Так, вроде все сказала. Мне казалось, что я столько всего хотела сказать, а получилось черти что из боку бальтик. Видела сегодня лицо Жульена, который уехал на работу рано утром. Мне его было так жалко, реально жалко, что ему надо выезжать на работу, а мне не надо. Вот, поэтому я сейчас выпила 2 кружки кофе, сейчас отвезу Ленку в садик, приведу себя в порядок. Я не знаю, как другие люди приезжают из отпусков, все такие отдохнувшие, загорелые, красивые. У меня, блин, после отпуска 2 чемодана грязных вещей, у меня сейчас уже 3-я стирка, ногти, там, сейчас, подождите, ногти поломанные, на ногах то же самое. В общем, надо себя сейчас 2 часа в порядок приводить в душе, приведу себя в порядок и буду продолжать свой день теперь уже в Каннах. Планы на сегодня: заплатить деньги агентству за квартиру, заказать 5 превью, потому что у меня целых 5 видео новых есть с каникул, сделать профайлы в Инстаграм. Значит, сделаем профайлы в Инстаграм, хэнгаут. Сегодня, кстати, хэнгаут про то, как раскрутить детский канал. Мне это интересно, потому что Тео теперь ведет свой канал. Так, поменять подпись надо на мейле. Взять деньги за аренду. Заплатить за аренду и взять деньги за аренду. Мне нужно найти вещество, чтобы залить в нашу машину. А, кстати, точно, про машину у меня тоже новости. Мы, короче, на время каникул заказали Toyota Hybrid. Ну, гибрид, которая рулит там на половину на электричество и половину на бензине. Мы так сэкономили, просто нереально. И, короче, Жульен загорелся теперь эту машину купить, и, скорее всего, мы будем отказываться от Ниссана, который мы уже заказали, и заказывать другую машину. Вот так. Поэтому все это затянется еще надолго. Так, помыть кресло Ленкина и коляску, и сделать влог из остатков видео. И еще нужно побрызгать от пауков тут все. Если вы следите за моими инстаграмом, буквально вчера вечером я выложила фотку, ужасную просто фотку паука, которого мы нашли на кухне. И я решила, пока Ленка будет в садике, быстренько все здесь побрызгать от пауков, немножко избавиться, потому что реально они просто вот такие вот крупнющие бегают здесь. Из сада откуда-то прибежали, просто ужас. Ладно, начинаем денек. Мы уже с Тео в магазин сбегали, купили кучку всего. Это я купила себе для своего коктейля. Я купила себе сериальную зерна, короче. Губки, потому что нет губок больше. Это я купила нашему папе, потому что он кушает только ветчину в обед. Это для того, чтобы черную одежду стирать. Я не могу понять, каким образом летом у меня куча черной одежды. Это я не понимаю. Это Тео попросил. На. Спасибо. Не за что. Так, это я себе взяла обычный такой шампунь. Почему? Потому что я жду, пока придут другие посылки с шампунем, а у меня другого нету, поэтому пока помоюсь этим. Так, а это мешки мусорные, 50 литров. Все, больше ничего нету. Ничего интересного. Кстати, хотела показать, папа Жульена мне тоже дал. Видите, здесь этот кусок такой смачный мяса, который в специальном маринаде. И надо его еще ждать 15 дней. Я не знаю, каким образом я буду это ждать, потому что это так вкусно. Прям потом его режешь кусочками. Ну, у меня есть на видео, когда я к ним приезжала, то ела это мяско. Но вот еще жду 15 дней тогда. Нет, уже 13 дней осталось. Нетерпение. Сегодня у меня очень припозднившийся завтрак. Будут вот такие вот зернышки, будет банан, будет соевое молоко и персик у меня здесь есть. Сейчас все смешаю, сделаю коктейль. А пророщенные зерна я поставила только первую баночку, после каникул у меня их нету, поэтому только через 4 дня будут. Поэтому буду завтракать без проросших зерен сегодня. Чё
это я пошла душ принимать, посмотрела на время, там уже было уже сколько, 10:30, да, где-то время. Подумала, вообще капец, если я сейчас еще буду за собой там ухаживать себе, пинцетиком хотела бровки привести в порядок, хотела там масочки понаделать немножко, педикюр сделать небольшой, потом подумала, что скоро уже мужа надо с работы забирать, потому что он сегодня поехал на другой машине, чтобы ее отвезти в салон, а я его приеду, заберу на нашей машине. Я подумала, что если я сейчас все масочки еще буду делать, то я, конечно, к концу дня только закончу. Я вообще еще не принималась за свои дела, вообще ничего не делала. Этот бедный сидит перед телевизором, уже полдня меня ждет. Короче, я быстренько себя хоть немножко в порядок привела, потому что вообще просто ощущение было, как будто на мне 2 килограмма грязи. Хотя вечером после машины, когда мы приехали, сколько мы, 6 часов в машине ехали, я немножко так душ приняла. Вот, но все равно хотелось именно такой конкретный душ. Вот, наконец-то я приняла, теперь, поделаю свои дела. И вечером уже тогда сделаю себе там масочки, наложу ванночку, приму. Сегодня же Лен еще обещал мне массаж сделать, то у меня же спина болит. Короче, все это будет сделано вечером, сейчас надо работать немножко, работать. Да, кстати, забыла сказать, хотела вам про цены немножко рассказать. Мы сейчас уезжали на каникулы, получается, 3 недели нас не было, ну, не полных 3 недели, и кошака надо было с кем-то оставлять. Обычно мы друзьям звоним, пишем, там, пусть ключи оставляем кому-нибудь. В этот раз решили воспользоваться услугами, и это стоило 50 евро в неделю, то есть 150 евро мы отдали за кошака, чтобы кто-то приходил и... Значит, в обязанности человека входило накормить его, напоить, чтобы он вышел гулять. Но у нас здесь было попроще с ним. Что? Тео тоже что-то хочет сказать. Ну, Тео, кушай давай. Но с нашим котом попроще, потому что мы так немножко оставляем открытые, ну, вот эти большие окна наши, и он там сам входит и выходит. Главное следить, чтобы у него еда и вода была. Но в их обязанности входит посидеть с ним минимум 20 минут. То есть 20 минут они сидят с кошаком, там его гладят, еду ему дают. Вот, я сейчас получила полный отчет, они приходили за деньгами сейчас, что кошак... хорошо себя вел, в общем, и он был доволен, сколько раз он там блеванул на пол, сколько раз он поел, сколько раз он попил. Короче, полный отчет за 50 евро в неделю получается. Но все равно дорого, дорого. Но кошак, все-таки мой кошак, надо, чтобы за ним хорошо следили. 06FR. Так, мы едем за папой, потому что он нам позвонил, сказал, что он уже закончил работать. И я еду в таком прекрасном одеянии, в какой-то непонятной красной майке вот такой, или это платье, я уж не пойму. Но из-за своих объемов, даже если это раньше было платье, теперь это кофта. И самое главное, я так быстро выбегала, что я одела тапочки какие-то непонятные, смотри. Если, не дай бог, Жульену в голову придет кофе попить где-нибудь, я не знаю, как я в этом выйду, но раз уже так вышло, так и поедем. И, кстати, очень тяжело привыкнуть теперь к машине. Опять нужно менять скорости. Я постоянно путаюсь и постоянно рулю непонятно как. Поэтому, если вы сейчас находитесь в Каннах, осторожно, потому что я рулю по этим улицам. Покемон. Светилки от капли покемона. Это Жульен с работы пришел и сел за свой компьютер работать. Слушайте, даже на улицу слышно, как он работает. Все знают, что Жульен работает. Ты хавай? Поцелуй, мам, поцелуй. Ой, ты моя дочь. Где Бобо? Мама. У мамы Бобо? Надо поцеловать маму, чтобы не было Бобо. Поцелуй. Вот. А Леночка была послушная в садике? Да, молодец. Так, а теперь о грустном. Просто показать вам, что такое жизнь одной мамы и двух деток. Смотрите, видите, я и сок взяла. Ну, там напиток какой-то. Так вот, у меня есть время добежать до дому, пока она пьет этот сок. Потому что потом она начинает плакать, ей нужно вылезти из коляски. Вот. Поэтому у меня есть ровно 2 минуты, чтобы добежать до дому сейчас. И еще и в гору, смотрите. Нужно подниматься в горы. Но я всегда себе говорю, все равно когда-нибудь все это кончится. Дети вырастут.
И, наверное, будет очень печально, что больше никто не просит у тебя сок, никто не лезет в 3 часа ночи в твою кровать, чтобы приласкаться. Потом, сейчас она такая целовашка, обнимашка, когда вырастет, наверное, уже этого не будет. Поэтому наслаждаемся моментом, даже если иногда тяжело. Ну? Все зацеловали Лену. Леночка, кто это? Это кто? Кто? Сипанам. Это что с Сипанам? Смотрите, как она наблюдает. Сипанам. Ой, ты его рисует, да? Недолго Мила плакала. Знаете, о чем я подумала? Смотрите, вот они поставили вот эту невыносимую просто перегородку, уродливую, да, которая... Раньше у нас казался сад такой огромный, там, да, шел непонятно куда. Они поставили эту уродливую перегородку, вот прям похожую на куриную какую-то сетку. Так вот, я подумала, смотрите, вот мой огромный фикус, он просто нереально как бы вырос, да, и вот он маленький фикус Ленки. Вот в этот фикус я скидывала всяческие семена, остатки семян. Смотрите, я вернулась, оказалось, у меня пророс вот один томат, вот еще один огромнейший просто томат, и кажется, он начинает цвести уже здесь. Вот, ну, конечно, земля здесь ужасная, потому что оно не поливалось все. А, еще, вот тут был автоматический полив. Вот тут вот был. Они загородили, получается, автоматического полива у нас нет. Смотрите, как все высохло здесь. Остался автоматический полив только вот здесь, получается. Так, ну, идея не в этом. Короче, по краю вот здесь. Ой, живяли на тон до секунд. Я вот здесь вот по краю и вот тут вот по краю высажу горшки такие большие, поставлю и высажу туда свои помидорки. А вот здесь я не знаю, что это. Может, тыква какая-то проросла или тоже помидор, не знаю. Вот это какое-то дерево здесь проросло, видите? Вот я почищу красивую землю сюда, насыплю. И вот тут у меня покрашка, будет расти помидор. Здесь же весь год можно выращивать всяческие овощи и фрукты. А вот это, мне кажется, авокадо. Или просто какой-то кустарник. Что? А, надо в домик с Леной пойти. Пошли, пошли. Пошли. Давай, закрывай дверь, и я тебе постучу в дверь. Давай. Давай, вот так закрывай. А я стучать буду так. Откройте, пожалуйста, дверь. Ку-ку! А я не могу туда залезть, он маленький. И к тому же еще мы оставили матрас внутри, и там теперь грязно, смотрите. Бяк, бяк. Смотри, как грязно. Ты видела, как грязно? Ну, и зачем мы тогда? Давай домик переставим в какое-то другое место. Давай. Переставим домик? Да? Еще раз скажи, что это такое? Для монтаны Пиреней. Это Пиренейские горы. А это что? Домики. Домики. Окей. Папа из Хаврема Кунтон. Тео тебе нарисовал горы с домиками. Это фили монтаны де Пиреней avec des maisons. Je sais même que j'ai reconnu que c'était une montagne. Donc il était très content. Ты режешь лук. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui. Кальмары, кальмары опять. Кальмары в провансале. А, кальмары в провансальском стиле. Ну, il faut dire comme ça. Кальмар à la провансале. Ну, très bien. Кальмар à la провансале. Кальмар à la провансале. А вот вы не слышите акцентов, да, на французском? А на самом деле тут такие акценты бывают, усраться можно от смеха. Например, не трогай мой телефон.
Например, те, которые на севере живут, у них такой акцент шти, ну, типа... Короче, не буду я вам сейчас рассказывать, все равно не поймете. Но те, кто говорит на юге Франции, те, кто говорит в Париже, и те, кто говорят на севере Франции, они, в принципе, могут понимать друг друга, но акценты тогда... А те, которые в Тулузе, я вообще просто... Я думала вначале, что это какая-то скрытая камера, это шутка. Не-не, на самом деле, они так разговаривают. Папе, я сижу? Ой, вы вражулька. Сейчас упадешь, ты чего? Папа, фиксируй тебя. Папа, фиксируй. А если ты упадешь? А если у тебя будет бобо, ты будешь плакать, да? Нет? Ну хорошо, давай, падай. Раз, два, три. Ой, ты моя Пеппа Пиг. О! А мы, кстати, надули бассейн. Что-то он какой-то сдутый. Я его надула, он оказался сдутый. О! Тео? Бассейн сдулся. Сдулся бассейн. Угу. Я думаю. Мэйси Пески Сеубер! Я его надувала, блин, чтобы помыть на завтра им бассейн, а он сдулся. Ты зачем сдула бассейн, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Линка, знаешь, что я думаю? А ну-ка иди сюда. Ты хорошая девочка? А мне кажется, нет. Ты плохая девочка, ты сдула нам бассейн. Давай. Вот оно. Смотри, три у меня. На, улитки свои, на. Короче, я его заново надула, этот бассейн. Оказывается, это Ленка его сдула. Мы его помоем. Смотрите, какой он грязный. Это потому, что он... Что ты там делал? Это потому, что он свернутый, лежал там в домике спрятанный. Короче, мы его завтра помоем. Опять поставим горку нашу. А, так мы его так сильно надули. Может, горка не вместится теперь сюда. Ну, ничего страшного. Надуем этот, ну, надули, помоем завтра его этот бассейн и наберем водичку. Да? Да. Да. Alors, je bouge ton nez. Ты будешь рис, Леночка? Папа. Что за Полина? Папа. Что за Полина? Папа. Все портил. Полина, мама. Ой, Саня, мама, я папа. А то лимон. Вкусные кальмарчики с соусом. У тебя нет подгузника? Ну и хорошо. Сосать тут. У тебя бокупы и кальмар. Сосать был кокса? Сосать полмана. А, мерси. Или соус. Кальмаров я могу съесть целых 3 килограмма за раз. Нос и пошел. Инстаграм!